Sir, I have an incoming communication from Nuclear Star. Put him through. Mr. Mann, your recent exploits have come to our attention. As I am sure you are aware, we are the leader in transportation of nuclear material in the known worlds. Who can forget your motto? We do nuclear waste right. Yes, exactly. Due to a chain reaction of recent events, we find ourselves in need of a new space runner. I figure this wasn't a social call. My boys, I mean my associates and I, want you to be that. Мои ребята, то есть мои коллеги. If it works out, you will be able to brag to all your buddies. You have a glamorous job in nuclear waste, and we will offer more work. How's the pay? Are there any benefits? He could really use a good dental plan. Well, you see, due to the volatile nature of our product, we can't offer you insurance or benefits, but our rates are very competitive. Plus, if something were to happen to you, we do put a nice note in our blog. How touching. I've read that blog. I should mention that, due to the explosive tendencies of our product, speedy delivery is a must. Don't worry, I'm not one to take the scenic route. Excellent, then. Of course, you understand, the less damage our product takes during delivery, the happier our clients will be, and the safer you'll be. We don't care so much about your safety, but we like happy clients. Touching. I should probably note that our competition will stop at nothing to stop you. It is a dirty business. If it were easy, everybody would do it. I like you. Let's get this job rolling. В общем, какой-то нечистый дядька мафиози предлагает нам заняться контрабандой ядерного материала, не знаю, отходов, либо сырья нормальной стадии, скажем так. Ну и отказаться мы, естественно, не можем. Кстати, можем здесь себе еще одну миссию взять. Так, механик. Непонятно. Ладно, давайте заглянем в инженерку. Посмотрим, что здесь. Missile Launcher. Так, что нам дает это? Так. Allows to reorientir this module after construction. О! Классно, классно. Вот что дает-то это, оказывается. Кажется, вот, если мы пятикатку заплатим за эту фигню, нам удастся, в общем-то, после постройки эту штуку разворачивать, пушку, да? Чего нам до этого было недоступно. Да, я заплачу, конечно, соответственно. Хорошо. Что дальше? Empty cell. В общем, если ячейка будет уничтожена, да, на которой можно что-то строить, то она нам дает 50 кредитов, но не знаю, насколько это нужно. Space Thruster. Need a power generator. А что нам это даст-то? Ага. Увеличить скорость на 100. То есть как два трастера будет, да? А пауэр-генератор для этого нужен? Интересно. Так, hotfix. А, то есть это починка, типа пауэр-генератор, это как починка, да? Ладно, тоже разблокируем. В общем-то, почти все деньги потратили. Не знаю, давайте вот это что ли. Останемся пока в нормальной сфере коммерции. The agreed company and can build more containers for you during you really means more profit. Чё? Груза можно больше, что ли, поставить?
Понятно. Допустим. Кораблик-то маленький, блин. Ну, в принципе, должно хватать. Погнали. Так, а здесь нужно что-то активировать, да, или что? Ресайкл. Сколько? Полтосину стоит фигня эта. Меня обманули. По-любому, вот, вот эта штука, то есть, ну, разворачивать пушки тоже не за просто так, да? Не, ноль. Нормально. Ноль это нормально. Ноль это норма. Так, большие астероиды. Это типа опасно, да? Ну ладно. Давай быстрее полтосину. Полтосину быстрее. Быстрее полтосину. Ох ты, черт возьми, а. Слушайте, эта штука... Эта штука реально опасна. Ой-ой, что-то попадосом попахивает. Так, можно тебя как-нибудь... Так, ну одну пушку я вперед развернул, конечно. Да тут полная подстава какая-то вообще. Полномасштабное нападение. Так, вот то, что мышкой здесь приходится это делать, мне совершенно не нравится. Точнее, колесиком мыши. Да, господи, давай быстрее. Ну, поворачивайся. А, так ты не можешь, да? Ну ладно, давай вперед тогда. Вперед тоже пригодится. Так, и по-хорошему вот эту штуку надо поставить. Посмотреть, она действительно кого-то там чинит или что? Или просто так? Для красоты нужна. Да, вроде чинит, там какое-то свечение замечается. Свечение какое-то там есть, наверное, чинит тогда. О, да ладно, вот это удаляй просто. Твою налево. Давайте рестартнем, а. Нехорошо это получается. На 5 звезд уже никуда. Нам пол корабля снес этот дурацкий метеорит, конечно. Немножко я в функциях пока еще. Тут управление не особо, знаете ли, приятное, скажем так. Так, нам нужно сейчас максимально фигануть пушек. Сами понимаете, зачем. Чтоб максимально на этих астероидах, соответственно, заработать. Больше уничтожим, больше заработаем. Может, сейчас еще на одну пушку успеем накопить. Да, в принципе, успеем. Я что, потратил сколько? Сотку на движок. И полтос на пушку. Сейчас должно хватить. Почему бы нельзя было сделать так же на цифры? Зачем на Z сделали второе нажатие? 1-1, да? Например. Было бы нормально и логично. Нет, надо на цифры, на эти. На Z зачем-то сделать горячую клавишу. Кто это придумал, я не знаю. Мазохист какой-то или садомист. Садомист, блин. Садист! Не туда! Так. Медленновато, конечно. Но получили там более-менее. Да, меня напрягают эти астероиды, честно говоря.
разворачивание башни каждый раз, это не совсем то, чего хотелось бы видеть среди небоя. Двигло нужно. Так, ты точно там чинишь или как? Сейчас стоимость ремонта снизится, значит чинит. Если не снизится, значит не чинит. Вот почему-то... Так, я ничего не вижу. Вроде показывает, что что-то происходит, да? Там какие-то молнии, т.д.т.п. А, хотфикс не просто так, ну понятно. Так, хорош, хорош, хорош. Меня сейчас опять все снесет к чертям собачьим, я чувствую, да? Нет, не трогай мой корабль. Вот пронесло. Но я очень сильно отстаю от графика, конечно. И тут еще 8 этих, блин. Так, на подфикс не хватает. Плохо все это. Опа! Выжили, нормально. Так, что бы еще впихнуть такого? Нужен еще один движок, да? Блин, трех движков не хватает, реально. На light speed, скажем так. Давай, 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 давай. Ой, эти ребята сейчас мне сделают плохо. А, вертикально фиг поставишь, замечательно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, меня сейчас опять снесет пол корабля нафиг. Ну, вроде трастеры помогли, слушайте, мы с помощью установки дополнительного двигателя увернулись от астероида. Надо сейчас лбом не влететь в этот. Так, в общем-то догоняем. Также делаем хотфикс. И вот эту штуку. Не знаешь, куда крутиться-то. Что-то опаснее. Еще 5 раз надо подумать. О, эти штуки уже поопаснее, действительно. Вы по пушкам стреляли, а не по движкам. Блин, меня сейчас все снесут эти астероиды. Они их, конечно, снесут. Но мне точно снесут. Нет, 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 хорош. Опс, опс, нет, нет. Вашу ж мать, а. Ай, как больно. Не, мне вроде ничего не снесли. Опять чинимся. Не снесли все-таки. Блин, а куда я еще один трастер засуну? Ну это бред начинается. Блин, мне все сносит еще добро. Меня снесли все пушки. Хорош, хорош, у меня ни одна пушка не смотрит наверх, а? Черт. Че, у меня один груз снесло, да? Ну это катастрофа, это провал какой-то полнейший.